Сегодня состоялся открытый урок, который посвящен Дню России, который мы будем отмечать 12 июня. Урок прошел в группе слушателей курсов русского языка по программе общения. Эти ребята занимаются 5 месяцев у нас. Группа интернациональная, в ней слушатели, представители разных стран, это и Германия, и Франция, и Ливан, и Армения. Меня зовут Оливье, я из Франции, из Ницца. Из Ниццы, да. Из Ниццы, извините. Я учу русский язык, потому что моя жена русская, и мои дети тоже русские. Я сейчас работаю в Ереване, в Евросоюзе посольстве. Сколько времени вы уже учите русский? Это первый раз... Наверное, месяцев 5, да? 5-6 месяцев. 5 месяцев. Да, не больше. 5 месяцев. Не больше. Это очень трудно. Но мне очень нравится этот язык. Привет, меня зовут Саралина. Я из Германии, из Канадрия. И сейчас я живу в Ереване. И я работаю в немецком офисе ДАД. И поэтому я учу русский язык, потому что многие люди в Армении умеют говорить по-русски. И это очень интересный язык. Я уже учила русский язык в школе для 3 года, но после школы я забыла все. И сейчас для 2 месяца я учу русский. Да. Я Миран, я из Ливана, я армянин, я учу русский язык 5 месяцев. Я люблю этот язык. Язык это очень интересный язык и трудный. Ведет данный курс опытный и квалифицированный преподаватель русского языка Армен Каролинович Микаэлян. Он работает в нашем Российском центре науки и культуры уже 4-й год. Работает очень хорошо, продуктивно. И я думаю, что сегодняшний урок состоялся, он прошел очень интересно. Я хочу пригласить на курсы русского языка в Российский центр науки и культуры всех желающих говорить по-русски, читать по-русски, писать по-русски, все, кто любит русский язык, русскую литературу и культуру.